Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем с тобой наградочки за нашу лигу. Но 100% меня скинули, и нам придется с тобой сегодня добираться в топовое место. Почему? Потому что сегодня воскресенье, а завтра уже будет понедельник, и все обновится. А я, как говорится, два дня не играл, потому что работал, и мне нужно усилить темпы для того, чтобы забраться в Лигу Мастеров 3 звезды, это мало того, так еще и взять топовое место. И, по-моему, если я не ошибаюсь, мы и не прошли в поединках, да, платиновое вот это вот событие. Усаги мы не будем с собой трогать, потому что, ну, нет смысла. А вот это вот помурыжим. Так что, друзья мои, поехали. Начнем, наверное, с выполнения заданий. Ну, все по стандарту. Быстренько пробегаем с тобой серию испытаний. Так, погоди-ка. А почему у Бакстера Стокмана столько здоровья? Это что за дела? Вот это новости. Я даже теперь его не могу взять к себе в команду, потому что боюсь за него. А боюсь за него в том плане, что его могут быстренько просто размотать. У него очень мало здоровья там. Великолепно просто. Так, ладно, сейчас мы этого Хана с тобой... Тихо. Молодец. Шреддер, вали его. Отлично. Так, ну что, Хан? Ах ты, ё-моё. Нет, все-таки успели мы его бомбануть. Ну что, а вот и Шреддер. Собственной персоной. Иди сюда. Это какой-то Шреддер плешивый по сравнению с моим-то супер-Шреддером. Согласись. Так, давай-ка мы его начнем потихонечку мурыжить. Так, две атаки прописали. На самом деле, надо будет как-то мне Бакстер... Нифига себе, он хлянулся. Залечить, захилить. Так, заблокировали ему способности, сняли броню. Давай тогда сделаем вот так вот. Хоба. Так, половину здоровья отняли. Армагоша, ты сможешь его добить? Будь добр. Нет, но зато понизили ему еще и скорость в придачу. И все. Но тут в любом случае, одинокий Шреддер против моей команды вышел. Что-то там еще начал тягаться. Это бесполезно. Ну что, серию испытаний мы прошли. Это великолепно. Кого дальше мы с тобой идем? Конечно же, прокачивать нашего Паукуса. Так, Паукус у нас здесь. Нам нужно, по-моему, искать кружки. 14 штук. Поехали. Так, одна кружечка есть. Вторая. Ну, они, по-моему, легко здесь набиваются, если я не ошибаюсь. Так, уже 4 кружки. И остается... Нет. И остается еще сколько? Блин, еще 10. Так, теперь 8. 7. Не выпало здесь. Да что ты, хорош, выпендривался. Так, я уже сбился. 7, 6, по-моему, да? 5. 4. 3. Ну давай, давай, еще-то, господи. Так, две последние. И, по-моему, все. Да, друзья мои. Блин, я даже перебор сделал небольшой. Ну ничего страшного. Поднимаем до 4-й ступени липкую ловушку. Ну, друзья мои, вы видите, да? 10 джойстиков, 14 силовых ячеек крынгов и 18 комиксов. Это уже для того, чтобы прокачать липкую ловушку до 5-й ступени. Будем это делать уже в следующих сериях. Так, здесь забираем свои награды. Так, поднять уровень персонажа. Ну, естественно, будем Донателло. Отлично. 95-й уровень. Еще 5 левелов, и он будет соточкой. Шикарно. Ну что, а сейчас бежим с тобой прямиком куда? На арену, естественно, на арену. Нам нужно с тобой повышать ранг. Я не знаю, сможем ли мы. 23 отката. Кстати, деньги у нас есть. Ну, я имею в виду монеты. Давай-ка мы с тобой приобретем. Вот. Эх, шинигамушка. Сейчас будем на тебя копить. Так, а по жетонам у нас 370. Ну, понятно, здесь ловить пока нечего. Так, в бой. Турнирка. Поехали. Так, выбираем с тобой, ну, наверное, вот эту вот команду.
Так, подожди-ка, тут 74 уровень, куда это я поскакал? Вдвоем придется им, естественно, отбиваться от этой орды. Раз, два, три. То есть два самых крепких. Ну и три в довесочек идет для того, чтобы зарабатывать кубки. Так, ну что, друзья мои, поехали. Ну, это был недобитыш, это не в счет. Замечательно. Раскромсули, до свидули. Да, два дня я не мог, ребята, играть в игру. Вообще не мог играть ни во что, если честно. Работаю. У нас такие морозы сейчас идут лютые, ё-моё. Почти под тридцаточку. Замерзаем. На работе так вообще, у меня же голова болит. Приходишь домой, просто надышишься этим морозным воздухом, и голова раскалывается. Сегодня попробовал позаписывать. Начал с всадников. Драконы эти. Драконы всадники Овуха. И просто не мог, ребят, как пьяный сидел. Серьезно. Лег спать, это я где-то в 10-11, да, и проснулся только аж в 6 вечера, представляешь? Просто упадок сил. Просто упадок сил. Еще эта полярная ночь надвигается. Короче, как зомби. У нас в полярную ночь все люди как зомби, потому что постоянно темнота. Солнышко там выйдет, я не знаю, на часок-другой, и все. И дальше опять темень. Так, ну что, мы с тобой переходим на 77-ю позицию. 77-я позиция, да, значит? Шредер, возвращайся. Так, возьму, наверное, здесь еще Усаги, ко всему прочему. Раз, два, три. В принципе, друзья, если мы с вами будем отыгрывать именно всех наших бойцов, то есть вероятность, что мы зайдем сегодня на первое место. Есть вероятность. У нас бакинские есть, поэтому откаты можно покупать. Тем более не забывай, что сегодня воскресенье. Так, давай, Шредер. Всех в баньки уложили. Ну, тут все будет довольно легко и просто, потому что мы, если берем с тобой топовых персонажей, то вплоть до самого первого места нам никто здесь даже поперек слова не скажет. Самое главное, чтобы мы с тобой продвигались быстро. Но я вижу, как-то не особо хорошо у нас идет продвижение. И не дают мне 17-24. А вот, есть. Есть такое дело. Так, берем Шредера. А давай-ка мы с тобой сделаем вот такую команду. Не будем пока тратить откат. Сыграем своими силами. В принципе, там 2 или 3 катки можно. Только если одного Шредера откатывать, остальных можно брать к нему в придачу, и все будет нормально. Это 80 уровень. Замечательно. Рухнули. Так, этот тоже упал. Ну куда ты лезешь-то? Куда ты лезешь-то? А? Сплинтер. Все, разложились по полочкам. Здесь можно было бы просто взять, да, Супер Шредера и Донателло, и все. А я там нахапал целую команду. Так, с 69-го мы прыгаем на 59-й. То есть 10 ступенек мы всего лишь проскакиваем. Так, давай-ка Супер Шредер. Слушай, если я возьму, например, Бакстера. Так, так. И вот так. Ну, понятное дело, что если мы возьмем с тобой, например, Супер Шредера, Зека и, например, Криса Брэдфорда, мы здесь победим вообще без проблем. Так, постепеночка. Слушай, здесь надо, наверное, бомбануть нам вот этого вот Рокстеди. А, все, все, им крышка. Смертельную волну выпустил Бакстер Стокман. Кстати, вот когда он был 90 уровнем, у него не так была мощная инициатива, как на 100-м. Я это уже говорил. Поэтому очень сильно, как тебе сказать, делают персонажи перевес, когда прокачиваются до топчика, то есть до 100-го уровня, да. У них сразу все меняется. Инициатива и сила, и скорость. Так, тихо, мне нужно 17-24. Они мне дают 17-23. Как так-то? Ну хорош. Вот, выпросил, выклинчил. Так, берем Супер Шредера, возьму сюда Рафаэля, так уж и быть. Так, так, и вот так. Есть опаска.
Ладно, я надеюсь, что Рафаэль успеет все-таки встать в стоечку, в провокационную, да, и никого здесь не пропустить. Но если не встанет, то полетят у нас тут головы. Так, карайка. Да что ты лезешь-то постоянно, а, Сплинтер, ты достал уже. Воу-воу, ничего себе. Вот это было классно. Ну ты сам понял, да? Все погибли практически от постепенного урона. Поэтому супер шредер, это, конечно, имба. Так, ну а мы продолжаем нашу баталию. Переходим на 35-ю позицию. Тяжело продвигаемся, серьезно тебе говорю. Прям каждый бой с такой натяжкой. Ну, оно и понятно, друзья. Сегодня воскресенье, то есть уже все практически позанимали свои топовые места, где они должны были находиться, но я все равно их, извиня, подвину. Чего бы мне это ни стоило, сегодня будет первое место за нами. Денег у нас 1500 долларов. 10 откатов, как мы знаем, стоит 250 бакинских, то есть я смогу, ух, там аж за 60 штук взять. А 60 штук это 100% топовое место. Так, давай, Леонардо, кроши их всех. Отлично. Фига, этот бибоп, когда победную стойку делает, он хлопает себе по животу. Вот так вот. Откормил себе пузо. И того... Блин, а вот сейчас почему так мало проскочили? Всего 6 ступенек. Вот как вот... Я не понимаю, ребят. Вроде не проигрывали, да, никто у нас не упал, а получили всего 6 ступенек в пролете. И смотри, опять же не дают мне 17, вот. Вот было здесь 17-24. Дают 16-22, 17-23, вот, дали здесь. Очень долго приходится выклянчивать у них это все дело. Беру сюда Леонардо. Ну, тут бойцов-то еще, ёк-макарёк у нас. Целый арсенал. Ну, если даже сегодня, ребят, не пройдем, в чем я очень сильно сомневаюсь, то завтра уже перед откатом 100% должны будем взять топовое место. Так, давай разрулим. В любом случае, мне придется заходить, чтобы проверить, не скинули ли меня с этого с топового места. Если сбросили, и даже не то, что с топового места, главное, чтобы тебя не сбросили с трех звезд. Тебя могут скинуть с первого места. Но главное, чтобы ты не потерял 3 звезды, иначе у тебя будет награда меньше. Так, ну что здесь? Опять за свое, да? Опять не дают мне 17-23. Да что же вы такие же... Твою налево. Когда уже вижу, уже поздняк. Я уже... Вот. Начинаю ролить. Так, Супер Шреддер плюс Леонардо. Откаты, я просто смотрю, как они у меня тают очень быстро. Было 20 с лишним, уже осталось всего лишь 12. А 12 это 6 поединков. Это будет тебе известно. Ну, потому что мы по 2 персонажа берем за откаты. Ну вот, 12 делим на 2, получается 6. А 6 поединков это вообще ни о чем. Ой, тихо, как ты... Ах, ты, это же хан был, точно, ребята. Блин, ну тебе, Кейси, повезло. Твою ж налево, я думаю, какого лишего-то. Он сходил, кулаком по морде ему дал. Ну, нет. Трындец. С 18 на 12. Опять 6 ступенек пролетели. Ты что, специально что ли так делают? Я не понимаю. Грубо говоря, я уже 2 поединка, ну, просто сфейлил. 6 ступенек мы обычно пролетаем с тобой, когда фейлимся. Вот у нас проигрывает, да, команда наша. Кто-то умирает там или еще что-нибудь. Тогда нам дают очень мало, вот именно 6 где-то очков. Здесь то же самое, хотя у нас все было нормально. И все катки проходим, никто не падает. Да они, в принципе, даже не успевают удара нанести. Почему так? Ладно, сейчас там мы... Нет, сейчас, наверное, опять не перейдем. Ну, естественно, специально, все специально. Вот сейчас вот 10 ступеней пролетели. Да, друзья, походу придется откат брать. Я думал, что мы обойдемся, но, видимо, никуда мы от него не денемся. Может быть, они специально так делают, чтобы я начал тратить свои, знаете, сбережения накопленные.
Хотя какие там сбережения? 1500 долларов. Если бы это были бы реальные бы деньги, да, вот это было бы сбережение. А это что? Виртуальная игровая валюта. Давай, Лео, жги. Чух. Все. Раскромсули, да свидули. Так, у меня такое ощущение, что у меня горло начинает поболевать. Как бы не слечь. Если горло заболеет, ребята, понимаете, да, сами, то видосики я уже не смогу. Снимать-то можно, но как я буду, извини меня, комментировать происходящее. Так, ладно. Давай-ка возьмем. Раз, два, три. Эх, персонажики вы мои. Давай начнем потихонечку. Слушай, я только сейчас увидел, что у Супершреддера, ну как увидел, у него вот этот вот сердце, которое у него в груди, напоминает мне тот атомный реактор, который был всунут в этого железного человека, помнишь, внутри, в груди. Тоже, да, он там что-то мутузил. И здесь то же самое. Похоже чем-то. Так, ну что, какая у нас тут? 83-я. Сейчас 10, именно 10 ступенек пролетели, 10 мест. Все как бы хорошо. Так, так. 78-й, 79-й. Ну, насколько я помню, ребят, 79-й это самый максимальный уровень. Именно на арене. Выше нету. И это, кстати, очень странно, что выше 79-го нету. Почему не 100-й уровень? Хотя, мне кажется, если бы враг был бы 100-м уровнем, и мы бы были бы 100-м уровнем, мы бы его просто не победили. Потому что у них все равно там все прокачано вообще на высшем уровне. Так, уже 72-я позиция. Нам хотя бы до полтинничка дойти, там уже будет как-то поприятнее, да? Уже будет чувствоваться, что победа где-то рядом. Где-то рядом. Но ее еще нужно найти. Так, бойцов вроде бы как пока хватает. Но если по 10 ступенек будем проходить, то нормально. Если опять по 6, по 5, то не хватит, боюсь. Откатывать всех я как бы не собираюсь. Вот, у меня есть два основных персонажа, да, например. Самый главный это, естественно, Шреддер. А вместе с ним можно брать любого. Там это Леонардо, это Усаги, это Бакстер, Армагон, Рафаэль. Там уже не имеет значения. Есть основной и все. От него уже пляшут все другие. Ну что, последний поединок, я имею в виду. Не, давай их сразу возьмем, наверное. Так, и вот так. 22, как-то маловато. 32 будет, отлично. 32 отката, я думаю, что все, теперь уже хватит нам с тобой перебраться. Законное наше первое место. Давай возьмем Армагона, наверное, здесь, да? Раз, два, три, четыре. Сколько нам, получается, нужно сделать вообще боев? Если по 10 ступенек будем проскакивать, то 6. И если мы будем проскакивать по 6 ступенек, то 6. Блин, сколько получается? Это больше 10 боев. Ну да. Ну то есть все равно, ребят, не так уж в принципе и много мы теряем. Не хотелось бы просто лишнее тратить. Так, 51-я позиция, да, получается. Погнали. Супер Шреддер, Леонардо. Почему просто Леонардо выгоднее брать нам именно вместе с Супер Шреддером? Они очень быстро делают свои суперудары. Вот у Саги, у него очень долгая анимация его удара. Пока разбежится, пока эти сабли свои возьмет, пока крутанется и вертанется. В общем, вот это вот. А Лео что, подпрыгнул, смотри. Чух-чух. Жух, и все. Быстро. Быстро и практично. Так, ну что, мы с тобой занимаем 41-ю. Так точно. Ну что же, тогда 4 поединка всего лишь остается нам выиграть, и все будет окей. Так, и пойдем с тобой на события. Усаги я, наверное, думаю, не будем проходить, потому что, ну, нет смысла, ребят, тратить. О, сыр. Лучше попробуем пофармить немножечко там элементов. Я, правда, еще не знаю, какие там бойцы, кого там вообще дают, и что мы с тобой будем получать. Но если там какая-нибудь фигня, или мы не сможем пройти,
то пойду, наверное, дофармливать Рафаэля или Микеланджело именно видение. За все эти время, что я пробовал, ребят, только лишь два ДНК выпало мне, да и то на Рафаэля, да. На майке почему-то вообще не выпадает, не знаю, с чем это связано. Так, 17, 24, давай возьмем вот здесь. Раз, два. Раз, два, три, окей, поехали. Сколько там еще получается? Где-то около трех поединков, да, нужно? Давай вылуплять. Вертухай. И все. И переходим, я так понимаю, где-то на 20-ю позицию. Давай, 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 19-ю. Ох, ты даже 18-ю, ребят, отлично. Тогда еще круче получается нам. Так, берем Армагона. Берем так. Оу, это надо было так тупануть-то. Ребят, поспешил. Твою же налево, а. Ну, господи, зачем я так сделал, а? Нет, понятно, что не завалят, ребят. Но кубков-то мы получим совсем мало. Это ясно. Мы не получим сейчас 10 ступенек, мы не пролетим. Даже не знаю сколько. Сейчас глянем, сколько у нас выйдет. С 18 позиции мы переходим на 17. Отлично, просто круто. Взял, запорол катку, грубо говоря, да? Ай, даже я бы даже сказал, не катку я запорол, а запорол целый поединок. И помимо поединка я еще запорол откаты. Трэш. Ладно, поехали. Угу, и добивка. Вот что значит еще не выспаться. Не, на самом деле что-то очень сильно голова раскалывается, ребят. Не знаю, может быть, давление на улице поднялось, как обычно у нас в морозы, оно всегда поднимается и опускается, так фиг поймешь. Чувствуешь себя как-то некомфортно. Ну что, я думаю, сейчас у нас будет последний поединок, и мы с тобой зайдем в топовое место. Так, Шреддер и... Да ладно. Давай Армагона возьмем, фиг с ним. Так, так. И... Тигриный коготь. Ну что, давай, Зэк, бросай. Ты дичь. Теперь Шреддер. Ну, в принципе, и все, да? Им крышка здесь. Так, друзья, ну а мы с вами занимаем первое почетное место. Надеюсь на это. Так точно, все. С ареной мы разобрались на сегодня. Теперь давай посмотрим, что у нас по испытаниям. Платиновые. Заходим. Ну, не знаю. Ладно, это может быть еще пройдем. Вот самое первое. А вот дальше... А вот дальше я почему-то сомневаюсь. Так, ладно, давай-ка этого вырубим сейчас. Окей. Так, у них 70 уровень, да? А у нас 70 уровень имеет нейтрализатор. Не очень хорошо, потому что его могут очень быстро разобрать. Хотя здесь, если эти жестянки будут выпендриваться, я думаю, ничего страшного. Вот второй этап, наверное, там уже будет 80 уровень противника. А, это этот со своим обмоченным диваном, матрасом точнее. Давай, выходи. Пустоголовый. Так, давай ракеты. Он боится ракет. Так. Держи. Все. С двух плюшек мы его ушатали. Я вот не знаю, на следующий поединок стоит ли брать нам нейтрализатора, или без него можно обойтись. Что скажешь? Даже не знаю пока. Так, 80 уровень. Я, наверное, все-таки откажусь от него. Но нас теперь будет в меньшинстве. Окей. Так, ну здесь лучше вот этих вырубать.
потому что они тут противные. Этот-то ладно там, поорет, погрустит и все. А вот эти вот, видишь, что делают? Еще и провокацию, да, взял. Есть контакт. Давай, наверное, возьмем защиту на всякий случай, дополнительную. И плюс ракеты. Да. Ракеты не очень хорошо нам здесь помогли. Ладно, в минус. В минус. Ну и сам Босяцкий. Давай, выходи. В мусорке он там спрятался. Притаился. Типа его не видно. Окей, давай поджарим для начала. Так, постепенно урон повесили, это уже хорошо. Заблокировали, еще лучше. Угу. А если ракетой в лоб? Так, и, наверное, добивка будет. Все, ребята. Здесь, как ты видишь, тоже у нас получилось все очень неплохо. И, так, ну что ж, двигаемся тогда далее на последний наш поединок. Единственное, что вот я думаю, надо ли нам кого-то убирать здесь. Или же оставить все как есть. Ну ты сам видишь, да? 90 уровни. Блин, проблема. Прям какая-то. Я даже не знаю. Ну ладно, начнем. Бросим бомбочку. Угу. Да что же вы по зэку-то... Ты посмотри, что творят, а? Бомбят именно по зэку. Так, возьмем с тобой защиту. Так, этот отдуплится от постепенного. Вот этого нам нужно с тобой шваркнуть. У них инициативы мало получается, да? Так, вот эти вот кибернетики. Нам нужно брать, знаешь, что с тобой? Провокацию. Желательно бы. Вот таким вот образом. Так, вырубаем вот этих самураев. Есть. Давай массовую атаку, фиг с ним. На боссе, я думаю, массовые атаки не особо здесь пригодятся. Давай, вылази. Пустоголовый. Ну что, поехали. Отлично. Так, заблокировать его надо. Вообще круто. Но бьет он не кисло на самом деле. Так, ракеты. Мало-мало отняли урона. Так, ракеты. Зэк, ну, замедлишь? Так, нам остается его только добить. Но это будет не Донни явно, да? Сейчас массовый сделает. Ух, выжили мы, слава богу. На тебе. Да как ты... Все. Друзья, прошли его, даже никого не потеряли. Шикарно. То есть, идеальная победа. И все награды получаются наши. Можно здесь фармить, но можно пойти сейчас и пофармить все-таки Рафаэля и Майки, да? Так, силы природы. Заходим сюда и пытаемся. У нас с тобой 4 попытки. 3. Неудачно. 2. Неудачно. И последнее. Неудачно, ребята. Вот я не знаю, почему так проблемно мне дать Майки или Рафаэля. Вообще ни в какую. Ладно, я завтра еще перед откатом попробую, ребят, пофармить. Может быть, все-таки получится. Так, у нас с тобой достаточно ДНК, поэтому Донателло прокачиваю еще на один уровень. Итого 96. Все. Больше пока нам здесь с тобой делать нечего. Да, в принципе, и не нужно. Мы будем с тобой просто ждать понедельника и бустить, потому что завтра у меня выходной. А на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!